телевизор. Вот такой. Когда-то я его переделывал из ЛСД в LED. Причем тут накрылся майн. Я поставил китайский скалер. Ну, поженил его с этим. А сейчас что-то в нем произошло, и на пульт не реагирует, и кнопки что-то не работают. Сейчас буду разбираться. Как я его сделал, уже не помню. Тут у нас там 12 вольт взято с этого блока питания откуда-то. Уже не помню ни хрена, что я тут делал. Так, ну, приделан радиатор хоть какой-то процессору. Значит, какую-то релюху прилепил на подсветку. Здесь, значит, с каждой светодиодной линейки два провода, и тут все соединил. Короче, отсюда 24 вольта. Здесь две группы последовательно. Вернее, 8 групп получается. Последовательно, и все они параллельно. Так, что тут? Ну, кнопки, я думаю, верно зафигачил. Это тоже. Так, что тут у нас? Здесь вижу один пузатый кондёр, вот цепится 25, и второй. Задай тоже совсем какой-то. Надо еще пройтись. Вот это тоже вызывает подозрение. Вот этот. Тоже вроде как. Вот этот ровненький. Вверх. Этот вроде как. Чуть пузатенький, надо их проверять. Этот явно пузатый. Так, ладно, будем исследовать. Вот нашел инфу, как я его переделывал. Ну, сейчас так показывает. Вроде все. Пульт работает. Боковые кнопки тоже.
Вроде работает.